Привет, команда, привет, зрители, с вами я, Пират, мы продолжаем играть в Факторио. В прошлой серии мы поставили ракетную шахту, а в этой серии я доделал еще вот это, работу над блоками управления ракеты. Так, блин, исследование, что бы выбрать? Что бы такого выбрать? Давайте это последнее, да, последнее. Пускай уже в готовое перейдет. Вот, у нас делается тут блоки управления ракетами. Эти синенькие у нас поступают там, где я еще раньше давно начал делать, был эти штучки, как они называются. Сейчас посмотрю. Процессоры. Процессоры мы делаем вот тут внизу где-то. Вот тут. Мы аж тут вот их делаем. Очень-очень давно я это начал делать был. И, в общем, вот так вот. Они тут делаются, и все отлично. И отправил их наверх по конвейеру вместе с какими? Вместе с этой штукой. Топливом, да? Не, как оно называется? Твердым топливом. Я отправил наверх. Вот синенькие, видите? И тут у нас вот такая вот штука. Фильтрующие манипуляторы, топливо идет сюда, там, где у нас делается ракетное топливо. А вот эти процессоры идут у нас сюда. Вот сюда наверх. И тут у нас делаются блоки управления. И как видим, у нас уже 2%. Это, конечно, детали ракеты. Что за детали ракеты? Без понятия. И сколько это будет делаться? Тоже без понятия. Так, нас атакуют. Что происходит? Окей. То есть это у нас все замечательно. Это очень круто. Так, исследование. Давайте скорострельность пулями. Так, главное, чтобы нас поезд не сбил. Так, надо идти посмотреть. Я по-быстрому хочу съездить и посмотреть, что у нас происходит там. Потому что там я немножко поменял конструкцию, и походу поезд не приезжает, и у нас нету железа. У нас очень большая нехватка железа сейчас. Так. Потому что я там ящиков наставил. Сейчас сами все увидите. Это немножко, конечно, глупо, но когда они заполнятся, это будет очень быстро все работать. Воу. Так. Угу. То есть тут все полное. Тут уже заполнились ящики. Этот еще заполняется, и начали заполнять вот этот. А сюда оно еще даже не доходит. Вот так вот. Поэтому, чтобы убыстрить этот процесс, я переставлю с этих ящиков первых в последние. Чтобы оно все заработало, как мне надо. Так, сюда. Сюда. Так, тут заполнили. Тут уже нету. И теперь вся руда все равно попадает вот сюда. Так, тут сейчас заполнится, и тут сейчас тоже должно заполниться все. Короче, тут надо с этим подумать, но у меня нету времени на это. Ну, в смысле, есть время. Офигеть! Просто офигеть. Сколько тут всяких тварей. Очень много. Тут вообще гнездо прям большущее. Мне аж стрёмно туда идти. Окей, что у нас? Так, почему-то у меня тут блоки управления, непонятно почему. Так, что у нас по пулям? А, эти не требуют. Окей. Тут все нормально. Тут тоже все нормально. Тут все отлично. По две турели, как видите, потому что давайте наверх, блин, застрял. Наверх тоже по две турели поставим. Окей, тут 4. Тут. А тут не так много. Но, думаю, достаточно. Так, что это? Кто это сломал? Ну, кто еще, если не я? Кто еще мог сломать? Так, твердое топливо, снаряды, все отлично. Ладно, возвращаемся на базу.
О, я еще хотел проверить, что там у меня по железу внизу. Добывается ли оно или как? Сейчас проедем туда, посмотрим. Ё-моё, какой лес. Дай, точно, я всегда забываю делать огнемет. Ё-моё, куда я заехал? Вот это мы, конечно, едем жестко. На пролом, блин. Классно, классно, когда у тебя танк. Ты можешь проехать где угодно и когда угодно, когда тебе надо. Супер. Проехали. Нормально, дорожку себе сделали. Классно. Так, смотрим. А, ну тут вроде все нормально. Железо добывается. Так, это все целое, ничего не сломалось. Окей. Что-то я сильно врезался. Очень сильно врезался. Пипец, как больно это было, блин. Окей. Так, турели целые, да? Это немножко покоцанное, и это... Ну, в целом они целые. Так что они справляются со своими задачами. Все, отлично. И что ж, куда дальше едем? Так, тут турель вообще целая, шикарно. Так, тут у нас поезд почему-то стоит. Это плохая идея, да, заезжать на базу на танке? Очень плохая идея. О, роботы сразу чинить прилетели. А уже не надо. Так, я тут вообще никуда не проеду, как я понимаю. Надо возвращаться так, как я сюда приезжаю. Вот так. Главное, с поездом сейчас не встретиться. Тут нефть. Стоп, нет! Ой, я вышел. Окей, в стену остановили машину. Точнее, наш танк. Вообще классно. Так, ну нефть, там мы смотрели. Или не смотрели? А, давно я там не был, давайте. В общем, экскурсия по моей базе, да? Кто не видел, ну, наверное, все ее видели, и вам это не очень интересно. Но я хочу просто осмотреть, потому что на самом деле я сам тут давно не был. И мне интересно, что тут и как. Не сломали ли мне что-то, или все продолжает работать? О, все работает вроде как. Так, что у нас по нефти? 1,1К. Ой, смотрите, тут что-то стену поломали. И турельку мне поломали. Ой-ой. О. Так, я могу сделать еще турель? Турель. Не могу, потому что батареек у меня с собой нету. Печалька. Так, а вообще никаких турелек у меня с собой нету. Так, эти все целые, это хорошо. Только нижнюю что-то немножко тут напрягали. Хотели уничтожить. Так, что, пойдем разберемся с ними? С этими внизу? Кусаками всякими. Вот с этими. Потому что они тут нападают. Ну, потихоньку заполняем. Ладно, давайте немножко их поубиваем. Так, смотрим. Тут какие-то синие. Большой плевака. Офигеть. Ну, к этому меня не готовили. Кто нажал? Отстаньте. Так. Танк держится пока что. Не те кнопочки нажимаю. Это что? Большой... Офигеть, он бронирован.
Мне надо что-то посильнее с собой таскать. Помогаем, помогаем, помогаем. Фух, турели отлично справляются с ними, но я, блин, не отлично. Воу-воу-воу, чё он такой сильный-то? В смысле? Окей, две турели с ним легко и быстро справились, но я не могу с ним быстро справиться. Так. Блин, я всегда не ту кнопочку нажимаю, что надо. Так. О-оу. Но, не деревья, не надо в деревья. Короче, чё они такие сильные, а? Все отлично. Блин, да как уничтожить это гнездо? Оно слишком жесткое для меня. О-оу. О-оу. О, отлично, еще одно минуснули, все, супер. Не, ракеты как-то не очень, я не умею стрелять, а вот этим более-менее еще получается. Так, все, надо тормозить, тормози. И ремонтировать наш танк. Сейчас немножко отремонтируем и снова в бой. Так. Фух. Надо идти на таран. Короче, сейчас мы там все просто разнесем. Так, так, большой, надо их убивать. Большой пускай бегает за нами пока что. А он не может нас поймать. Ха-ха. Он медленный очень. Но он бронирован, пипец как. Смотрите. Жесть. Жесть. Да ёшкин кот. Чё ты такой жирный? Как его убить? Да умри ты уже. Офигеть можно. Вы это видите? Блин, какие они сильные стали. Мне надо что-то помощнее. О-оу. Походу я нарвался. Сколько тут трупов. Так, я возвращаюсь назад. Тут немножко притормозим. Я починю себе танк, чтобы они его не уничтожили. Не хочу терять. Хотя в нем, в принципе, ничего нету, да? Кроме патронов. Но все равно, не хочется это все терять. Притом, если вроде как он умрет, то и я умру тоже. Так что это не вариант. Последний домик. Первая цель — это домики. Мелких убиваем.
Так, смотрим, как турели с ним. Жесть, даже турели долго его убивают. Так, что там у нас по... Этому по патронам вроде еще есть немножко. О, протаранил. Так, это все собрали. Так, остановиться и починиться. Чиним, чиним танк. О, супер. Так, чё по карте? Блин. Окей, тут мы немножко очистили от всех этих жуков злостных. Так, надо еще вот эти два очистить, я думаю. Снова у нас серия по войне против жуков получается. Ну, серьезно, они ж мешают. Они нападают на наши эти здания и могут сломать что-то. А я не буду знать, и потом... О, 1,2, значит, тут точно нефть добывается. Медленно, но добывается. Так, еще вот этот нижний и верхний уничтожим, и все. Ну тут хотя бы мелкие, нету таких. А вот и большой выйдет. Куда он побежал? Думал, пошел куда-то уничтожать что-то мне. Не надо мне ничего уничтожать. Так, этих мы тараном завалили. Наверное, его тоже легче всего тараном убивать. Ему, по-моему, мы по один урон наносим. Ну и ладно, гоняйся за мной. В принципе... Мне не жалко, можешь гоняться сколько влезет, ты и так меня не можешь. Не может меня ударить. Он больно вообще бьет? Давайте посмотрим. Нифига. Нифига, он больно бьет. Он мне танк так может сломать. Несколько таких жучков могут тупо сломать танк. Жестко, очень жестко. У меня, по-моему, заканчивается ремкомплекты. Давайте поставим на крафт. А это что у нас? Пульт какой-то. Капсула с дронами. О! Капсула с чем? С дронами-защитниками. Что они делают? А ну-ка, давайте попробуем. Почему бы нет? Вот сюда закинем. Еще 15 ремкомплектов сделаем. Я могу прям с этого выбрасывать? Это было просто. Это было очень просто. А где дрон? Они его убили, что ли? Все? Да, походу они его убили. Очень-очень быстро. Но тут была маленькая база, и это хорошо. Мы ее тоже уничтожили. Все, можно отправляться. Домой? Ё-моё, вы видите сверху какая база? Блин, я хотел домой. Но она прям... О, там поезд заправляется. Нефть. Так, что тут у нас? Два дрона летают. О, жесть! Нет, мой дрон сейчас умрет. Я уезжаю отсюда. Не хочу с ними драться, их там слишком много пока что для меня. Ой-ой. Главное, чтобы они не уничтожили это.
мои вышки. Вышки не трожьте, за мной гонитесь. Я даже замедлюсь, чтоб медленнее ехать буду. Они все еще гонятся, что ли? Куда они? Вы чё, не надо. Переехали его, отлично. Так, тут они ничего не ломают? О-о-о-о, как эта карта включилась? Что писало? Все работает? Так, там есть свет, значит там электричество есть, отличненько. Все. Походу, как я понял, эти дроны, которые мы бросаем, они из этого вылетают, и они будут с нами, пока их не убьют. Или пока у них батарейки не сядут, не знаю, что там. Ой, что у нас так заканчивается? Уголь, что ли? О, сейчас чинить приедут. Как хорошо на базе, когда все само чинится. Остановись. Не врежься, плиз, в стенку. О, остановился. Так, чё по железу-то? Так и не прибыл еще поезд, как я вижу. Это плохо. Это очень-очень плохо. А, он там стоит за... Да, он еще не приехал. И теперь у меня нету железа. Вот, железо тупо стоит, ничего не делается. Это плохо. Ну, зато я покатался, по жуков поубивал этих. Классно было. Мне понравилось. Сколько? 143 нафармили этих фиолетовых штучек. Ой, а тут достаточно, слушайте, железа. А чё его так много? Неужели мне хватает? А, смотрите, тут ещё-то осталось железо. Оно очень медленно тратится. Ну хорошо, хотя бы простой, не такой сильный. Но нету балок. Получается, нету вот этих. Вот это вот тут вообще ничего не делается. Вот эти балочки, которые нам нужны, я не помню на что уже. Но они нам нужны на что-то. На что я не помню. Но они ничего не работают. Это плохо. Это очень плохо. Так, ладно. Дальше. Что мне дальше надо делать? Давайте посмотрим, что у нас есть. С оружия я могу новую броню сделать, на которую мне надо модули скорости и модули эффективности. Это 7,2К. Офигеть просто. 7000. Вот этих штук. Как это называется? Меди. Медь. 7000 меди мне надо, чтобы сделать это все. Жесть. Так, мне надо как-то стать, чтобы я ее мог собирать. Давай, собирайся. И 3000 железа. Но железа не так много. Так, тут какой-то пульт непонятный. Персональная дрон-станция. Аккумуляторы нужны. Электрозарядная защита. Давайте турелей наделаем себе. Ой, да, турелей, а потом эту электрозарядную защиту. То есть нам нужны батарейки. Так, где у меня батарейки? Тут у меня батарейки. О, офигеть. Вот это я доволен, что у нас так много батареек сейчас. Хорошо, что они делаются. Так, персональная лазерная защита. Лазерная турель. Что нам не хватает? Нам не хватает железа. Сейчас. А, где я возьму железо? Да ё-моё, надо, короче, решить эту проблему с тем поездом, который там стоит и ничего не привозит. Давай. Сейчас съездим и посмотрим. Там просто последний вагон очень-очень долго надо ждать, чтобы он заполнился. Потому что все попадает в сундуки перед последним вагоном, да? Пока они не заполнятся, не поедем. И последний тоже не заполнится. Окей. Так, исследование завершилось. Что тут бы еще такого поисследовать? Давайте это.
Угу. Так, смотрим, сколько. В смысле? Ага. Держи. Ну, вы поняли, что я делаю, да? Я перетаскиваю с первых сундуков последние, потому что у последние ничего не успевает дойти. Так. О, поехал. Неужели у нас железо на базе появится? Как же это круто. Так, тут все заполнили. Тут два ящика заполненных. Сюда еще немножко накинем. Блин. И сюда немножко накинем. Думаю, это должно на первое время хватить, конечно. Я надеюсь. Когда эти заполнятся, блин, потому что это медленно все заполняется. Давайте еще добавим тогда несколько буров. По максимуму сколько? Чего не хватает? Не хватает, да, железа. Отлично. Так, куда бы их воткнуть так, чтобы они не добывали то, что нам не надо. Окей. И окей. Все. Только железо, да? И тут только железо. Отлично. Окей, окейюшки, еще плюс два бура. Много буров не бывает. А чё по электричеству-то? Все нормально, нам хватает. Может еще один сюда воткнуть. 25к. О, супер. Электричества нет. Ща будет. Как-то вот так. Вот блин, да что ж такое. Опа, вот так, и лампочку сюда. Оп, все отлично. Все, немножко переделали. И все сейчас заработало, это тоже работает. Это тоже все работает, это быстро все складывается. Нам сюда в ящик. Отлично, отлично складывается. О, поезд приехал. Сейчас должно быстро загрузиться все. Вот так. По-быстрому. Давайте. И он снова уедет. Не очень крутая система, походу. Я знаю, как надо это решить. Это вот так будет решаться. Тут один сундук. В смысле? Тут. То есть тут один сундук. Пока что. Потом мы добавим. Тут два, а тут три. Ладно, четыре. И это должно как-то помочь. Я думаю. Вот так вот. Да, я надеюсь, это поможет. Все. Так, сваливаю отсюда. Потому что время тут тратим. Непонятно на что. Где мой танк? Но надо решить эту проблему с железом, потому что что-то оно вообще не приезжает к нам на базу. Из-за этих ящиков. Раньше оно быстрее приезжало, и все было хорошо. Ну, в принципе, сейчас тоже хорошо, но все равно. Так. Воу-воу-воу-воу, не заметил. Ладно. Ой-ой-ой, что такое? Как они туда пробрались? Они могут же стрелять сейчас.
все это починили. Окей, окей. Сюда они, в принципе, не нападают почти. Надо ворота сделать, что ли? Потому что вообще нереально пройти. Так. Еще. Несколько буров можно поставить. Так, как бы. Чтобы больше захватить. Сюда поставим. Походу у меня не хватит, чтобы я больше буров поставил. Да, чего мне не хватает? Да, железо, надо идти, короче, на базу. Так, ладно. Стенки, стенки, стенки. Вот тут у нас есть стенки. Хоть небольшой, но зато вход хоть какой-то. Все, сматываем домой. Разворачиваем танк. И понеслась, понеслась. Так, тут у нас идет выгрузка. Ура, железо пошло. Ура, и пошло это, как оно называется? На вот это, да? На конструкции, отлично. О, смотрите, сколько их тут уже. Офигенно. Офигенно круто. А тут что-то, тут не делаются модули скорости. Они у меня делаются тут. Почему они не делаются? Потому что нету красных. Почему нету красных? Я знаю, почему нету красных. Потому что я тут убрал, чтобы они передавались. Фильтрующий манипулятор у меня тут стоял. И брал только красненькие. Этих... Вот этого не хватает мне, чтоб... Вот оно не успевает делать. Так, модуль скорости. И чё по электричеству? Да вроде все нормально. Днем, тем более у меня все нормально. Так давайте посмотрим. Там все работает. Есть вода? Да, тут есть вода. О, поезд приехал, отлично. О, сейчас он быстро приехал. Это хорошо. Это очень хорошо. Так, железо. Блин, железа много. Это классно. Все, надо его собрать. Я там что-то крафтить собирался. Сейчас крафтим то, что собирались. Так, что происходит? Блин, железо меня атакуют. Плохо. Это очень важная точка. Так, а откуда они атакуют-то? Блин, тут внизу очень близко и очень сильные, как я вижу. Довольно-таки большая база у них там. Так, что-то я скрафтить хотел. Сколько сундуков? Сундук хранения, сундук запроса, сундук пассивного снабжения, активного снабжения. И что это значит, ребят? Я без понятия, на самом деле. Так, давайте-ка мы пойдем. Где у нас тут есть? Тут у нас два сундука где-то. О, тут есть у нас сундук хранения и сундук пассивного снабжения. Так, давайте еще сюда сундук запроса закинем. И сундук хранения. Сундук хранения уже есть и сундук пассивного снабжения есть. Давайте тогда еще добавим сюда что-то. Где мой новый сундук? Я ж только что скрафтил. А, он, наверное, на панельку. Да, сундук запроса. Не знаю, что это. Запрашивает определенный предмет из логистической сети. Окей. Сундук хранения. Хранение у нас есть. Пассивного снабжения есть, активного. Окей. Все замечательно. Не знаю, просто так поставил. Пускай тут стоят. Возможно, они что-то дадут, возможно, ничего не дадут. Но это мы узнаем уже позже. Электрозарядная защита. Без понятия, что это. Серьезно. Персональная дрон-станция. Давайте вот это и вот это скрафтим. Почему бы нет? Электронная защита. Надо еще, походу, будет делать еще один портативный термоядерный реактор. Я бы броню новую скрафтил. Ё-моё, сколько на него всего надо. Так, что у нас по пластику?
Давайте соберем. Пускай делается еще больше. Так, пластик, допустим, 2,3К надо. Ой-ой-ой. Короче, это, я так понимаю, мне синих очень много надо. Синих плат. Они очень долго делаются. Где они там у нас? Надо еще делать такие производства, походу, потому что одно производство это очень мало. Ну прям очень мало. Даже сюда пластмассу не надо. Для чего пластмасса тогда в этом? Что тут крафтится с пластмасс? А, наверное, эти. Модуль эффективности и модуль скорости 3-го уровня. По 5 мне надо. И, короче, надо стали побольше. Так, стали. Сейчас. Оп. Отлично. Всего один. Вы чё, издеваетесь? Окей. Это легко достать. Блин, если я это вручную буду крафтить, это же жесть какая-то. Надо, походу, делать что-то с этим, чтобы оно крафтилось. О! Я надеюсь, я крафчу то, что надо. И еще вот это. Нам больше надо. И теперь осталось ждать... Эй, куда исчезает? Я не понимаю. Вот эта штука, которую я собираю. Опа. Она куда-то исчезает у меня с инвентаря. Непонятно куда. Жесть. И всего 2 модуля скорости у меня скрафтится. За очень долгое время. Чтобы скрафтить эту броню, я не знаю, сколько мне придется ждать. Потом еще модули эффективности придется очень долго крафтить. Не знаю, как это... сколько это времени займет. Походу, лучше делать производство всего этого. Так, там что-то летает. Там надо отремонтировать. Кто-то на нас нападает, что ли? А, большой напал. Блин, откуда они нападают? Так, окей. Что ж, что дальше делаем? Я и забыл за то, что может фильтровать предметы. Ну, круто. Чем он лучше? Это очень быстрый или что? Пакетный манипулятор. Я не знаю, в чем смысл этих. Тут вообще можно уже смазочное... Блин, тут столько всего можно делать классного. Спутник. Давайте мы сделаем где-то собиратель ресурсов на спутник. То есть, где мы его сделаем? Давайте тут сделаем. Поставим сюда и скажем собирайся. Спутник, собирайся. Окей. Нам надо конструкции малой плотности. Так, 70. Воу. 100, есть. Я не знаю, сколько нам их надо, поэтому вообще без понятия, что с ними делать. Сколько нам таких спутников надо? Дальше, аккумуляторы. 1000 аккумуляторов, 5 радаров. 5 радаров, я думаю, я справлюсь. 1000 аккумуляторов. Железная плита и аккумуляторы. Так, где там батарейки у нас делаются? Я думаю, это мы сейчас сделаем где-то. Так, батарейки. Надо найти, где батарейки есть. Кто видит батарейки? О, батареечки. И железная плита. Прям все тут. Отлично. Значит, куда бы это можно было вставить? Так, будем забирать аккумуляторы. Нет. Не смей.
поставим сюда. Подземные штучки. Окей. Они у нас есть. Отлично. А что мы тут делать будем-то? Я уже забыл, что я хотел наделать. А, аккумуляторы. Сотню аккумуляторов. Ага, ага. Ага. Так, манипуляторчик. Он не может отсюда брать, что ли? Может. Может, еще как может. Так. Я не знаю, поскольку они стакуются, правда. Один. Потом посмотрим. Короче, пускай делается. Все. Это мы тоже уже сделали автоматом, чтобы делалось. Это хорошо. Дальше, что там? Что дальше? Где я? Я потерялся. Слишком много всего. Так, радары. Радары я сделаю 5. Где 5 радаров я могу сделать? Они где-то тут у нас. 5 радаров есть. Ну, типа, будет у меня. Дальше. 100 процессоров. Сейчас принесу прям, чтобы были они тут. Просто 100 процессоров. Изи. 50, 60, 80, 102. Окей, 102 процессора. Так, не туда побежали. Вот оно. 100 процессоров. Держи. Так, ракетное топливо 50. Так, где у нас ракетное топливо, ребят? Вот тут у нас ракетное топливо. Его довольно-таки много. Ой, поезд уехал. О, железо нормально уже катается. 50. 10, 20, 30, 40, 50. Может, его так много не надо делать? Потому что у нас его на самом деле довольно-таки много. Хотя пускай делается. В принципе, что нам? Куда я бегаю? О, нашел. Так, 50. 5 радаров я сделаю. 100 аккумуляторов. Солнечные панели. 100 солнечных панелей. Так, надо подумать. Что тут? Блин, снова железо моё атакует. Не надо железо атаковать. Так, а где там? А, вот они. Ё-моё, как они долго делаются. Но я думаю, это того стоит. Так. Дальше. Железа вообще нету. Давайте собирать. Собираем сколько? Ну, немножко насобирали. Так. Это мне не надо, и это мне не надо. Пожалуйста, уберите это от меня. Спасибо. Так. Это жестко. Мы переставили немножко. Что такое? Не хватает электричества, что ли? А информацию про нее не напишите? Так. Габариты 3 на 3. А, электрозарядная защита. Пульты электрозарядной защиты. Вот что мне надо, наверное, сделать себе. Поэтому вот так все и плохо. Окей. Блин, сколько же тут всего? Угу. Персональная дрон-станция. Давайте пока попробуем ее втыкнуть сюда. Электричество. Ну, вроде хватает электричества же, да? На это все. Чё? Теперь со мной дроны могут бегать, там что-то делать. Сундук активного снабжения. Отправляет свою логистическую сеть. Сундук запроса. Тут всякий хлам у нас, да?
То есть, если я сюда что-то поставлю, допустим, это будет манипулятор, то дрон его сюда переставит, да? Нет? Что он сделал? Куда он убрал это? Что? Куда он манипуляторы эти потащил? Я без понятия, что сейчас произошло. Ладно. Так, мне надо больше манипуляторов. Короче, я... Надо разобраться с дронами. Они намного бы мне... Это, убыстрили всю штуку. Так, солнечные панели, да. Что нам надо на солнечной панели? Нам надо электросхема, стальная балка и медная плита. Так, электросхема у меня тут есть. Где-то тут ближе. Вот они. Очень много электросхем. Так, а что с красными? Вот, я говорю, что тут недостаточно красных, потому что они все сюда уезжают. Прям все. И поэтому у нас проблемы возникают. Иногда, что нам не хватает вот на эти бутылочки. Сейчас сюда, правда, стали почему-то не хватает. Непонятно почему. Ага. Уже понятно. А, сюда патрончики попали. Ай-яй-яй. Как они тут сюда-то попали? Так, они еще могут сюда поехать, патрончики. Потом сюда. Потом сюда. Потом сюда поехать, да? Получается. И сюда вниз. А мне надо, чтобы они сюда ехали. О, сколько взрывчатки! Заберем немножко. Блин, у меня всегда много всего того, что мне не очень надо. Ну, взрывчатку нам сейчас точно не очень надо. Так, надо процессоров больше. Но сейчас я хотел поработать над тем, чтобы делать автоматическом режиме солнечные панели. Это нам надо электросхемы где-то доставать. Получается. Вот тут сюда, в принципе, можно их доставать. Военная робототехника. Сколько же тут всего полезного и классного. Окей. Окей, ничего новенького. Тут все, все, все. Ладно, урон от пуль. Так, тут есть железо. Но нам не железо надо. Нам надо... Постойте, на зеленые нам надо железо и медный кабель. Блин, куда бы это все перенести? Наверное, этот лес... О, все, я придумал. Я сделаю огнемет, на этом мы завершим эту серию, потому что она уже довольно-таки долго длится. Ракетница. Огнемет. Окей. Блин, когда он сделается, это ж пройдет 100 лет. И дальше мне надо еще железные плиты где-то найти. Так, сейчас будем искать. Железные плиты. Вот тут есть. Спасибо. Ай, ё-моё, пройти никак. Просто никак. О, о, я нашел то место, которое мне надо. Ага, ага, ага. Так, железные плиты я отсюда сюда себе проведу, куда-то сюда. Ну, тут они, короче, попадут сюда, по любасу попадут. И тут мы будем собирать, получается... Забыл что? Получается, забыл что? Так, электросхема. Нет, нет, нет. А, на огнемет хотел. Блин, ё-моё, чё я туплю? Да, я ж с огнеметом сейчас палюсь. Палюсь. Палюсь огнеметом, блин, что такое? Так, это не тут делается. Окей, нам, походу, надо нефти. Этот завод. Химический. Химический завод. Где он? Химический завод. Химический завод, отлично.
теперь у меня уже и меди нету. Вообще шикарно. Где медь можно достать? О, медь. Супер. Спасибо, спасибо, спасибо. Сколько меди? Отлично. Так. И железо. Медь и железо. Угу. Блин, это главные ресурсы. Так, и чё я там? Ё-моё. Вы представляете, сколько мне сейчас надо скипнуть всего, чтобы это... Модули скорости. Модуль скорости 3-го уровня. Это я все делаю для этого. Так, это можно не делать. 5 радаров. О, отлично. О, давайте проверим аккумуляторчики наши. Для новой брони я там все делаю, но, блин, она очень долго. Так, сверху что-то красненьким. Один объект повреждает. 44 уже. Отлично. Медленно, но уверенно делается. Это хорошо. Что ж, тогда будем прощаться. Я уже огнемет сделаю, думаю. И мы продолжим. Я подожду, пока это все докрафтится. Так что давайте, ребят, до следующей серии. Если понравилось, не забывайте поставить лайк. Всем пока.